Всем здравствуйте! Наконец-то тут я уже появилась. Знаете, чуть-чуть прибрала на своем участке. Немножко больше настроения, потому что розы стояли просто джунгли. Гортензии, черенки, в общем, куча всего. Когда пообрезала розы, оказалось под ними столько всяких череночков. Сейчас покажу, где буду хранить разные виды, как, в общем, куда и их дену. Немножко просвечивается скелет моего участка, так сказать, когда вот убрала большинство всех этих роз. Розы не укрыла пока не дошло, руки не дошли, потому что, ж понимаете, я работаю тут хотя бы с этими черенками, да еще трохи приболела. Пока мои метельчатые гортензии стоят на этой же плитке, но скорее всего я их уберу, и у меня сильно не замерзает именно от дома. Вот посмотрите, по периметру дома они у меня как стояли. У нас там теплые полы, и получается, как бы всегда вот тут вот, ну, вокруг дома не сильно подмороженное, как бы снег, и обычно как-то ветер идет вот с той стороны, и перед домом у меня тут есть снег, но выше колена никогда, в принципе, и не дометало. Он всегда растает у меня, в общем, ближе к дому. Вот. Поэтому я думаю, что горшков много. В больших горшках так я и поставлю возле дома. Вокруг дома вот так. Во-первых, мне и пройти можно будет, почистить ту дорожку. Да? Сильно промерзания не будет от этой именно плитки, потому что горшков много. Участок у меня маленький, кто был, в принципе, сильно деть и негде. Вот. Но пока некоторые поставила уже. Вот. Так, где череночки? Сейчас покажу, в каком виде. Стояла вот тут, у меня была такая площадка. Тут стояли черенки. Все поубирала, порассортировала. Так. Вот те, которые в горшках побольше, пока они у меня тут вот на плитке. Но я вообще их за домом покажу, где. Просто поставлю на землю. Тут, которые в 3-5-литровых горшках, этим они не страшно ничего. В принципе, маленьким не страшно. Вот. Но будут там стоять. Пока заметала, листья тут близлежащие везде летают. Поэтому замела, сюда поставила. Ну и постаралась как бы по сортам расставить гортензии. Посмотрите, черенки, даже те, которые из сорта, не знала, что они у меня есть, потому что были разные, по разным вообще местам, где-то под розами, везде. Я собрала кучу, аж плохо стало. Вот такие нашла панзолки. Вот такие черенки, видите, вот. Это они полностью видно, видите, какие крепкие, хорошие такие. Тут у меня лаймлайты. Были очень высокие, я их пообрезала. Вот, лаймлайт, смотрите, какие. Пообрезала, потому что, ну, будут клониться, будут валяться. Вот, некоторые только оставила. Может, даже еще и обрежу. Вот, такие черенки. Тут никаких таких малюпах нашла. Но, кто ты, Summer Love. Но видите, какие вызревшие, какие у них хорошенькие почки. У нас уже морозцы, стволы у них крепенькие. Ну, где вот я такие определяю, я вам покажу. Вот такие самые малюпахи, вот самые тонкие. Видно, это самые последние. Они сейчас трохи подморозились, но я их поставлю в гараже по краю. Там у меня не настолько промерзает, потому что, ну, вот именно из-за этих боюсь. Все-таки усилия какие-то прикладала я, да, пускай я даже все это делала и играючи, нагулялась и так, что зараз покажу, сколько у меня этих череночков. Вот, поэтому пока будут стоять в гараже, а потом спущу в подвал. Вот, пока по периметру гаража. Вот. Кто тут у меня? Тут паненки. Она составляла паненки. Несколько монбланов есть. Вот, смотрите, такие хорошенькие. Кто ты? Кто ты? Паненка. Вот, видите, толстенькая, жирненькая паненка. Где ты? Полностью не подморозила у нее тут еще. Вот. В разных местах, кстати, на участке стояла возле гаража, вон там они, вот так, не подморозились. Некоторые полностью вот так прям позамерзали. Так, тут конфетти у меня будут стоять, вот так же. Нет, Magical Candle и тут. Кто тут еще? Ну, это без надписи.
Это конфетти, но в основном тут такие конфетти высокие. Тут подзолки, кстати, хочу, может быть, невысокие штамбики делать, поэтому вот оставила их. Оставила, где-то тоже поставлю возле дома, чтобы они не валялись, не кулялись. Да. Вот эти все, видите, позамерзали, грунт позамерзал, металлика. Я их поставлю, не будут они стоять на плитке. Я их, говорю, занесу на землю. Сейчас староус. Там в гараже некоторые стоят. В общем, вот мое добро. Вот тут. Тут какие-то черенки, видите? Но я их занесу. Я тут снег чищу. И получается, у меня течет из трубы вот тут вот влага бесконечная. И все-таки, знаете, снег же надо откуда-то. У меня участок маленький, везде что-то снег. Я сбрасываю вот сюда в кучу, где-то сюда, чтобы пройти и чтобы машине проехать хотя бы в гараж. Так. Стараюсь листья убрать. Вот тут у меня обрезанные стоят Magical Candle. Тут Strawberry Blossom. Смотрите, тут вот понаходила, прям составила по сортам. Strawberry Blossom всяческие. Кто тут? Тут что-то серии пан. Панфлоры ставила. Панорамы тут всякие. Тут разные всякие. Посмотрите, везде понаходила. Где-то по за углам. Так. Тут что? Ну, все уже подоставала, где что было. Что-то тут. Панфлорка такая. Тут какие-то гринлайты. Тут гринлайты. Ну, вот что-то. Смотрите, стараюсь ставить такие высокие ящики, чтобы даже где высокие пандалусы, где высокие, ящик на ящике, в какое сооружение я придумала. Вот. Где-то заметаю еще, обрезаю листья, где есть, потому что, знаете, я не люблю, у меня маленький участок, знаете, и когда все вот это вот летает, чистишь снег, в общем, так, целый ящичек тут кого-то нашла. А, Мега Минди составила целый ящичек. Вот такие они, видите? Фрайс Мельба. Тут стоят еще, некоторые в парнике стоят. Вот, Фрайс Мельбы. Тут кто-то у меня. Бонфайеры стоят. Тут бонфайеры. Тут эти сильвер-доллары. Тут все сильвер-доллары стоят. Тут разные всяческие. Это самарские лидии. Тут самарские лидии. Вот. Ну, тут еще все. Тут вдоль бани. Но буду это все убирать. Тут уже разные всяческие. И вот как я там говорила, такие самые малышатины XS лайты. Вот самые малышня. Тут не полностью корнями они заняли. Я их будут пока занесу в гараж, а потом опущу их, наверное, в подвал. Место у меня Magical Mount Fuji. Вот. Место у меня не так много на участке, где можно хранить. В принципе, вот все занято. Розы я пока не укрыла. А укрой я розы, тут бы вообще не было. Дорожки для собак. Если это все оставить, собаки это все стопчут. Так. Бигринчики есть. Тут пересаженные в большие объемы. Так. Что у меня тут еще? В общем, покажу в парнике, какие сорта стоят. Что будет. Такие черенки. Тут я поставила Summer Breeze. Вот такие. И коробочка. Ну, и сортов же у меня много, поэтому как бы по ящичку, по полтора ящичка есть. Вот это все Summer Breeze такие. Видите, это новинка. Они хорошенькие. Хорошенькие такие. Все, древесневшие полностью. Это Summer Breeze. Так, ну тут всякое разное. Magical Sweet Summer. Там Magical Mount Fuji. Это было позднее черенкование, поэтому где-то еще есть листочки. У металлики начинаю. Она с листьями стоит, но я ее уже убираю. Где-то стоят... Ой! Так, где-то стоят на улице. Где-то стоят металлику, что вам показать. Но прежде чем ставить в парник, я их очень хорошо пролила, потому что сухое быстро очень промерзает. Ну, что-нибудь
из металлики. Ну вот, я вытащила, смотрите, металлику. Видите, она прям очень хорошо полита. Даже в парнике утром я пришла, она такая подмороженная. И ком уже слегка подмороженный, но хорошо пролит. Листочки убираю. Тут они не настолько, они одревеснели, но не такие вот вызревшие, прям вот кочерышки, как в остальных вот в этих, как она, Summer Breeze. Так, кто там есть у меня еще? Пинкачу будет, вот это бонфайры будут. Это сбежавшая невеста, пока стоит тут. Сегодня листики лишние взяла, но будет зимовать у меня в предбаннике, потому что еще до конца не вызрела, боюсь морозов. Вот смотрите, кто у меня сухой тут стоял в парнике. Стоит в ящике, питается водой, чтобы не быть сухим. Вот. Так, это пастель-гринчики, целый ящичек. Вот, пастель-гринчики. Тут у меня кто? Magical Kilimanjaro, потом пандалусы, металлики еще, Фрайс Мельба, смотрю там, Литл Блоссом, Петит Лантерны. Кто тут? Кто тут? Металлика, сейчас посмотрим, какая тут металлика. О, тут корни не на весь, но она все равно хорошо перезимует. Так. Потому что стволики вызрели. Кто у меня тут? Также тут бонфайеры. Там будет... Там у меня будет... Бигрины, наверное. Бигрины. Ящичек бигринов. Тут Pinky Promise. Ящичек. Ну, в общем, вот. Пандалусы. Quickfire Фабы. Там также Petit Lanterne. Вот. Видите? Тут стоят эти. Проливаю хорошо. Вот. И будут стоять тут за неимением места. Пока да. Пока у меня дверь закрыта. Но как будет снег, я это дверь открою и снег, снегом засыплю. Ну и в самые морозы оставлю. Буду закрывать, чтобы уж самые-самые морозы. Хотя я не боюсь. И смотрите, что еще придумала. Те, которые невысокого роста, и которые я подоставала прям со всех своих под розами. Вот они у меня такие. Смотрите, вот в ящиках стоят. Брала ящики, которые, видите, высокие. Туда их составляла. Кто тут? Лайлайты, в общем, разные. Разные всякие. Пиксю. Брала, составляла, и вот так вот друг на дружку. Они у меня в таком коробе за парником. Вообще это планировалось, короб я делала для древесневшего черенкования. Но мне строители трохи выше сделали. Я уберу, наверное, яруса 2 тут в следующем году. Ну, в общем, уберу яруса 2. Вот, сделаю только как бы вот так. Тут, наверное, срежу. И будет еще один череночник у меня. Вот сбитые прямо доски будут. Ну, в общем, посмотрю. Пока они в таком виде. Ничем я пока укрывать не буду. Знаете, когда большие снегопады, будет съезжать снег. Может быть, просто положу доски вот сверху там. Какие-то доски, чтобы вот эта снеговая нагрузка и не поломала эти череночки. Они тут полностью одревесневшие такие, где-то совсем малюсенькие некие, знаете, всякие. Я большинство этих гортензий даже и не видела. Они где-то стояли между розами, а когда роз тут была целая куча, так что и не разберешься. Ну, в общем, вот такие. Есть совсем малышатина. Видите, это все будет, если кому, то из парника, вот те, может быть, на весну, которые побольше, буду смотреть корневую. А все вот это буду обрезать, и это уже будет ближе к лету. Вот Дентель Дагарон. Внизу какие тут хорошие почечки, смотрите. Вот, обрежу все на одну почку, и они будут прекрасные, нарастут. Ну, в общем, буду смотреть. Потому что такие малюпахи, хотя у них интересные такие малышатины, Little Lime Punch.
Посмотрите, малышатина, малышатина, какие они вызревшие, какие у них, ну, просто деревянненькие такие. Дождь будет их поливать. Они также пролиты, я их выставляла на дождь, чтобы они пролили и чтобы не вымерзали. Вот. Если, в общем, такого сооружения я не видела ни у кого. Может быть, у кого-то просторы, большие территории, да. А я именно вот такие этажи, три этажа у меня тут получается. В три этажа они стоят именно за нехваткой места. Поэтому ящики в три этажа. Но если будет дождь, будет проливаться. Ну и, в принципе, не затопит. Затопить тут мне нечего. Тут, во-первых, у меня тут нету влаги. Но, в общем, вот в таком виде. Пока я планирую только щиты деревянные положить, ни с панбондом, ничем. Просто деревянные щиты или как бы просто доски, чтобы снеговая нагрузка от парника, ну, с парника не раздавила мне эти череночки. Вот как бы единственное. Так, ну вот это показало, что так будут храниться. Посмотрим, говорю, или пан, или пропал мышей. Я скорее боюсь, что сюда залезет кот. Если я с панбондом докину, залезет кот и будет тут ночевать. Да, как бы мышей я не замечала у себя на участке, потому что это среди города. Мыши, может быть, больше в полях. Ну, в общем, фу-фу-фу. Так, пока я их не видела. Вот в таком состоянии стараюсь поубирать листья, я говорю, да, если на даче мы настолько не чистим. Тут я чищу, потому что, во-первых, дорожки и, ну, цыганский табор ходить как-то мне не очень. Вот, эти тоже, наверное, аппетит флорики из последнего черенкования. Пока стоят на улице, но на улице их не оставлю. Постоят, постоят, трошки они охладятся, помёрзнут, и занесу их в гараж, а потом в подвал. Ну вот все такие тонюшки, самые последние, да еще и ветку отломала. Аппетит флорика. Ну, надеюсь, что там будет почечка. Пускай стоит. И вот тут такие, панателка. Вот. Где-то листья обрезала, где не листья, а ветки, верхушки обрезала, вот когда буду составлять один на один, чтобы не ломались верхушки. В общем, вот, розы я обрезала, укрыть не укрыла. Так, что тут у меня еще? Крупнолистная составила что-то в предбанник. Вот. Эти метельчатые, которые стоят тут. Ну, в принципе, тут они у меня и останутся. Соцветия поубирала лишнее, потому что мокрота и слякоть, когда такая, они только плеснеют. Оставила только Magical Candle. Ну, вообще-то, вот сюда занесу. Сюда на траву занесу вот эти все, в которые в литровых горшках. Вот. На бок я ничего не буду, потому что я боюсь, ну, боюсь за своих собак, что они больше поломают эти ветки. В общем, буду видеть, пока будут стоять так. Если уж совсем тут не будет морозца и будет вообще слякота, я могу прийти и в любое время на бок их перевернуть. В общем, вот так. Ну, розы по возможности буду укрывать. Жду, что с Динки осыпятся листва, потому что обрезать ее тут было уж невозможно. Ну, как бы я чуть-чуть освободилась. Вот именно то, что розы убрала, убрала вот этот лес и джунгли, укрыла крупнолистной гортензией. Знаете, аж сердцу полегчало. Убрала листья где-то на дорожках, только последние. Вот. С дачи пёса привезли. Ну, в общем, дальше буду вот так делать. Заполню свой тот деревянный короб. Остальные составлю также вот эти череночки свои вот тут. Тут у меня кухня, и получается также теплый пол. И тут у меня никогда сильного нету такого промерзания, чтобы вот очень холодное было. Вот тут вот эта плитка, да. И они одновременно будут стоять, снегом где-то засыпаться. Но дорожку мне можно будет чистить. Поэтому хочу просто вымести сейчас, вымести листву всю. Ну, все лишнее убрать. Какие-то короба пустые, пустые эти горшочки, чтобы ничего не мешалось. Ну вот все сделаю, когда в порядок составлю эти гортензии, тогда, наверное, что-то из роз укрою. Все, наверное, я не успею, как-то очень-очень устала, но уже чувствую,
что работы много, но сдвиг какой-то есть, да, потому что было ощущение, что вообще у меня тут ничего не двигается, ну ничего, крупнолистные гортензии стоят, крупнолистные гортензии, думаю, не укрыты, вот, укрыла. За гаражом у меня также стояли тут гортензии, эти листики попадали у них, сейчас все это уберу, вымету, вот этого вот хламья у меня никакого не будет. Вот, это древовидная. Конечно, нужно ее срезать, это пинканабель, но я думаю, что я ее свяжу, только свяжу, да, чтобы на череночки взять ее. В общем, вот так, вот такие дела. Вот видите, мой парник и этот короб рядышком стоит. Получится, что он весь забит гортензиями, ну и не такой хлам будет на участке. Вот. А вот такие будут просто тут оставаться где-то, к чему-то прислоненные вот эти вот большие гортензии. Постараюсь поубирать всю эту листву. В общем, все, что валяется, как буду успевать. Вообще, я люблю в такую погоду вообще работать. В общем, все. Дорогие друзья, за работу показалось, рассказала, что где будут у меня зимовать. Ну, не так, как у всех, скажем так, потому что за неимением места, что имею, то люблю. Вот, что имею, там буду и хранить. Так, ну сейчас еще с этой стороны в парник зайдем, посмотрю. Вообще хотела продлить парник ради того, чтобы место увеличить себе. Пока некоторые крупнолистные у меня тут тоже стоят. Видите, тут стоят, но не промерзла и тут земля. Почечки вон внизу. Это у меня черный рыцарь. Вот. Занесу, конечно, в предбанник. Так, кто тут у меня? Там фрайс мельбочки. Петит лантерны. Вот. Такие вот. Я показать хотела с этой стороны. Magical Mount Fuji. Бонфайры только и металлики с зеленой листвой. Остальные все пообрезала. Вот тут тоже летит лантерны. Бонфайры вот стоят. Бонфайры. Редлайты. Редлайты тут стоят. В общем, из парника вот такие вот, как бы хорошенькие, буду вам предлагать. Но буду показывать, как они у меня будут тут храниться. Те уже самые малышатина, самые задрипатина. А, Little Blossom еще. Вот они стоят. Вот это вот Little Blossom. Пинки Промис говорила, Квикфар Фаба там. Вот. А самую малышню уже, чтобы точно убедиться, что они перезимуют и пойдут в рост, ну, перезимуют, пойдут в рост, это будет уже, наверное, ближе к лету. В общем, буду обрезать, буду показывать. А пока, как по мне, так гортензии хватает у меня, их столько, говорю, нагулялась Наталья. В общем, все. Ну, ванила фрайс есть еще. Ну, много, много всего. Единично очень много. А вот некоторые составила полностью в коробочке. Ой, ну, в общем, все. За работу. До свидания.